Всем привет, с вами Uncle Snake. Продолжаем играть в мод Floris по Mountain Blade. Итак, подсказали мне тут, что деньги-то, оказывается, эти лежат в банке, и что их в банке надо, из банка нужно выдергивать. Тогда отправляемся в Рейваден и проверим эту теорию. Так, погнали. Сейчас здесь убавлю чуть-чуть звук. Бандитов не видать. Вот сюда. Охотник за головами, крестьяне. Тут я проканал такую тему, что где-то здесь есть караванные пути. Караванные пути вот возле Курава проходят. И там есть вероятность ограбануть караван. Так. Звоночек. Нет, это продались. Так. Так, к ростовщикам. Ага, вот. Я зашел в банк и получил кэш, да? Отчеты, финансы. Да, кэш снялся. И теперь есть у нас бабки. 1000 рублей. Так, наемный ветеран, стрелок. Что-то у нас народу 60 человек, а что-то их так смотришь и не видно. Ну ладно. Так, давайте тогда. Так. Есть ли у меня какие-то задания? Обучить 7 человек до Вигил Есаулов. Что у нас в отряде? Вигир-казак идет в Вигира Есаула. 3 у меня есть. Надо в самый низ. А Вигир-казак... А, Вигир-казак. А казак-то ведь у нас пехотинец. Раз такое дело, значит, надо Вигиров-казаков больше отправлять в атаку. Ну что, давайте найдем, с кем сразиться. Надо бы кого-нибудь все-таки присануть. Кстати, у задания есть? У вас 100 дней. А, ну 100 дней есть. Вот. Еще бы наняться наемником, конечно. О, патруль Курав. Может быть, это они и есть? Да, давайте попробуем. Выбор места, расстановка войск. Ну, давайте. Один, F1, F3. В атаку. 4, F1, F2. Я спешусь. Возьму топор. Пойдем рубиться. Опа. Ох ты, нихуя себе хедшот-то какой. Вот так. Есть контакт. Блять, выбежали с поля боя. Какого хера? Выбежали с поля боя. Блять, ну как я бежал-то, блять? Пиздец. Блять, ну как я бежал-то, а? Блин, ну вообще жесть. Честь минус 10, боевой дух 90. Ну, естественно. Последний. Ну, задолженность, смотри, задолженность дает. По деньгам дает мне охреневший
Блять, крестьяне, суки. Давай все, что есть. Или что? Нет. Не будем мы крестьян долбить. Давай посмотрим. Казак. Вот, казачок. В Исаула один превратился все-таки. Отлично. А у Лизалита левел ап. Давайте позырим. О ваших навыках. Там, говорят, надо ему силу качать. Что-нибудь такое. Так, владение оружием есть. Мощный выстрел. Ему нужен лук. Так, пока... Нет, сбросить. Так, сбросить, сбросить. У него какое оружие это? Двуручка. Вот он начал двуручку прокачивать. Сила, мощный выстрел и двуручка. Окей. Экипировка. Большой топор двуручный. Ну вот он... А, ну и стрелы, да. И вот он ждет, когда у него будет... Когда у него будет подходящий лук. Все, ладно, неважно. Госпитальерша. Вообще, всадница. Вроде бы всадница она у нас. Так, ладно, теперь... что-то надо по хлебу решить. Блин, горбануть бы деревеньку, а. Вот я отпустил сейчас пленных, это хорошо или что? Так, заставить отдать припасы. Блять, у них ничего нет. Крестьяне. По-любому крестьян тоже ничего нет. Давай попробуем тогда нанять наших. Хотя нет, что нам добровольцев? Хотя, с другой стороны, Вигир Холоп один. Нет, давайте-ка лучше в город зайдем. Может быть, в городе будут может, в городе будут наемники какие-нибудь. Хотя наемников брать никакого резона нет. Давайте-ка лучше тогда. Давайте одного вигира возьмем и посмотрим, что с припасом. Говядина. Нет, говядину мы можем отнять. Говядину мы можем отнять у каких-нибудь какой-нибудь деревеньки. Давай тогда вот в эту деревню. Изысканные колбаски. Да нихера себе деньги. Так. 907. Угу. О, грабители. Разбойники. О, отлично. Вот этих бы нам... Перемирие стекло, вигиры, сараниды. Ну, ну. Давай попробуем с разбойниками. Так, расстановка войск, погнали. Так, пехота. Я хотел бы тоже сразиться. Моим топором. Сюда бежит пехота. Сейчас мы их попробуем принять в яме. Так. Кажись, левел ап. Ох ты, сука, хедшот.
Хедшот, ребята, ну. А, все, да? Ну, короче, надо чуть подождать. А то в прошлый раз я... Ну, примерно вот так. Вы победили. Вот это хорошо. Так. Убито 4, рано 13. Вот уже... Таежные разбойники 12 может захватить. Вегир казак. Блять, только пострадали. 14. Вот, улучшаем. Все, забрать предметы и погнали. Так, у меня есть пленники. И еще тут бегали бандиты. Геротрок, казачка. Давай, давай, казачки, у меня Исаул, так, Ускарл. По-моему, Гридман, да, я делал. Холопа Вотроков. У меня левел ап. Исаул 5. Надо их беречь. Так, давай персонаж. Персонаж 14 сила. Мне бы какую-нибудь атлетику. Атлетика увеличит скорость бега. Сбор трофеев, обучение, личное умение, упаковка. Ну, в принципе, упаковку не надо качать, у нас там полно народу. Так, первая помощь. У героев 5 здоровья потеряно при выполнении задания. У меня отряды, тоже неохота связываться. Торговля, наценки уменьшаются на 5%. Что взять? Торговлю или атлетику? Нет, не атлетику. Фуражир. Обучение. Давай обучение. У меня здесь сейчас прокачка ребят идет, и это самое что ни на есть. Ох ты, блядь. Двуручка. Двуручка 96. Ну ладно, одно очко осталось. Надо будет владение оружием. Владение оружием дает мне... Ой, пределы. 140. А, до 140 еще можно качать. Да-да-да, до 140. Пока владение оружием можно не трогать. Окей. Теперь давай заглянем. Так, имущество. Колбаски. Давай зайдем в отряд и у Нади узнаем, что у нее есть по экипировке. Вот, 14. Вот, давай, пластинчатый доспех. Так, это мы все отняли у бандитов. Так, мне бы тоже что-нибудь 14, чтобы было. 51, одежда монаха. Вот, уже лучше. 51, 14, 59, 19. Еще бы шлем какой-нибудь хороший. Ну, 27, в принципе, неплохо. Но хедшот, хедшот произошел, конечно, адский. Так, ну что, у меня теперь отличная бронька. Так, вот у меня отличная бронька. Вот это рожа. Возраст. А возраст, интересно, идет или не идет? Давай чуть-чуть подвинем. Возраст типа постарел. Так, ну что, теперь порядок. Давай в Кудан. В Кудане попробуем продать товар. И может быть будет там рабов продать. Так, давай. Вот. Блин, ну что за каждый раз с каждым новым посредником базарить, что ли? 130 на 12. 2400. Круто.
2400, всадница, наемник Брабансон. 7 моих товарищей, 5, могу взять 5 из вас за 700 рублей. Но мне лучше взять отроков. И их переобучить. Так. Переобучить в эту. Ох ты, нихера себе. Смотрите, усиленный шлем. О-о-о. Толстый благородный шлем. 42, 46. За 900 рублей. 37, 37. 34, 6, 6. Платье вегиров 8. Бля, ну перчатки плюс 8, еще плюс 2 к защите тела. Ёптать. Так, плюс 2 к защите головы. Да, здесь 42 к защите головы, плюс 2, итого 44. Вот здесь у нас 46 за 900 рублей. Вот, наверное, вот так мы сделаем. Так. Надя, у Нади ваш инвентарь. О, блять, что-то все. А, ну она все продала. Все, шлем отдал. Окей. Так. Я бы взял еще легких крестьян. Они неплохо прокачиваются. Так. За счет обучения и так далее. И потом уже можно было бы до Исаулов их довести. Сколько там у меня народу? 61. Отряд 62. Ну ладно, если что, ну, можно будет лидерство прокачать в следующий level up. Так, а где у меня были? С кем у меня тут драка была? В Слеске, вот здесь вот. Может быть, в Тишмире купить. Купить еды. Сто рублей. Ну, давай возьмем. Ой, а смотрите-ка, какая-то капуста появилась. А это фуражир, ёптать. Ёптать, фураж. Фураж увеличит. Так, 5 единиц пищи больше, потому что каждый навык позволяет находить пищу. Умение отряда. То есть я могу прокачать кого-то из своих фуражира. Так, у меня фуражир один. У Нади никаких свойств нет. Джеремус лекарь. Лизарит, лизолит, поиск пути. Пока я... Так, хирургия 4. Вот, хирургию и перевязку ран можно не качать. Потому что у меня Джеремус по максималке прокачивается. Так, 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 так. Марнит. Поиск пути, лизолит. Вот он. Может быть, вот лизолита, кстати, можно будет в фуражира подкачать. Ну, короче, кто первый вырастет, а там посмотрим. Так, ну что, бандитов бы еще нам каких-нибудь. Сумерки, давайте-ка почитаем книжку. Как раз пройдет ночь, книжка прочтется. Рассвет. Все, на рассвете. Сколько там? 53%. Пол книжки уже успел прочитать. Отлично. Слушай, ну вот с фуражом. Слушай, а может быть фураж появляется, если мы заходим в деревню? Да, я прочитаю еще внимательнее. Каждый уровень навыка позволяет отряду находить 5 единиц пищи больше. Лагерь, осада, передвижение. Увеличить радиус поиска пищи. Ну вот давай зайдем
вот эту деревню. Так, смотрим. Значит, у нас пшеница, колбаса, вот это и вот это. Зайдем. Ух ты, блядь, пшеница-то пиздец. И выйдем. А, ничего не появилось. 42. Ладно, возьму. Так, фураж, фураж, фураж. Так, ну чтобы нам кого-нибудь бы нам прикончить. Где-то возле Куравы ходят. Ходят вроде караваны. Кстати, задание на найм отрядов. Разве вот этот вот. Вот этот найм, который сейчас. Которое задание, которое я сейчас выполняю по подготовке. По подготовке семьи Саулов, это разве не задание на найм? Не знаю. Может и. Так. О, блядь, 160. Не, ребят, давай-ка. В зал правителя пока зайдем. Есть кто живой? Нет, никого нет. Подождать некоторое время, мне надо, чтобы он уехал. Морские налетчики. О! Давайте-ка сохранимся. Может, последить за ними? Следить, бля. Поймать бы их, да, со всей толпой. Блин. Но мы морских не одолеем. 78. Так, лесной таежный. Таежный — это стрелки. Ай-4, Ай-3. Это, конечно, жестко. Ладно, давай поищем других. Может, какое-нибудь письмо отнести куда-нибудь? Привет, Дору. Нет, помощь не нужна. Блин, Вигир Холоп, ну блять. Давайте вести. Нет, не хочет. Ладно, заданий нет. Так я бы не отказался куда-нибудь письмецо стаскать за бабло. Во, пришло бабло, отлично. Так, а сколько денег-то у меня? А, так, имущество 2000. На 2000... Ривадин. Еще бы подкопить деньжат и прикупить земли. Может быть, еще раз в Ривадин зайти. Вот. Поставщики. Они мне дали 400. Еще 2 акра купим. Нет, я не купил. Утвердить. Окей. Уйти. Отчеты. Финансы. Баланс. Вот, уже 2 акра добавил. 690. Теперь 690 будет капать. В принципе, нормально. Мне нравится. Но у нас нет денег. О, Вигир Отрок. Холоп в Отрока. Хорошо. Так, может быть, мы Исаулов и так накопим. Исаул 5 человек. Блять, долги, сука. Как раз накануне. Накануне выплаты я купил землю. Ой, блядь.
Перемирие подошло к концу. Ништяк. Ну-ка, отожмем-ка у них припасы. А, блядь, это же покупка. Я чё, погнал, что ли? Вот так-то лучше. Ха-ха. Может пробежаться по нордским деревням, поотжимать припасы. Хорошо бы с долгами, конечно, рассчитаться. Так, где там нордские деревни? Да, вон там. Вот здесь еще есть. Это что здесь был, караван, что ли? Или мне показалось? Неплохо. Может, тогда уж и скотину? Объявление войны. Фракция Хергиты Вигиры. Перемирие истекло. Ладно. Ну ладно, три скотины. Шлепнуть их сразу. Так, теперь уже не стыдно с этим. С мясом-то уже не стыдно идти. Попробуем сейчас поменять его на другую еду. Не хватает денег. Так, давай, припасы. 158. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А вы нам сыр, пшеницу. Нет, подожди. 132. 150. Вы заплатите 26 динар. А у меня 0 денег. Давайте я вам тогда... Так, я вам должен... Так, чтобы... Так, чтобы получить... Вы заплатите 78 динар. Мне нужно отдать им 68 динар. Вы заплатите... Так. Так, так, так. Мне нужно набрать им 68 динар каким-то образом. Ну, допустим... Нет. Вы получите 30 динар. 20 динар. Ну и вот так. Все. Вот так сделаем. Теперь вот это, наверное, наверх. Так, масло на продажу, пшеница сюда, сыр сюда. Железо сюда, и вот железо надо быстренько продать. Ну, в принципе, бартер нормальный, если наши съедят всю протухшую курицу, в принципе, это нормально. Сука, ничего нет. Скотину может опять же. 14, ништяк. Так, чтобы сложить 14 еды, давай-ка я ему ваш инвентарь вот это отдам. Так, это я отдаю. 14. Раз. 3 на 4. 3 на 5. 15. 15.
15. В каждой скотине по 2 куска мяса. Раз. Так. 10. Раз, два. Еще 2 скотины можно забить. Так, а можно с ними типа поторговать? Обменяться? Нет. Скотины 7 штук. В замке нам явно не рады. Здесь территория нордов. Будет ли стоять здесь скотина? Давай быстренько добежим до... Бля, караван. Стоять. А, так я что туплю-то, Тишкин кот. Я ж ей также мясо могу сдать. Интересно, если я ей сложу мясо, мы будем ее есть или нет? Мясо. Давай вот ей пшеницу брошу одну. Пшеницу и капусту. Говядину наверх. Так, даже бы я еще и отдал. Так, пшеницу. Это сейчас доедят. Сейчас, походу, с караваном будет закусь. Так, вегеротрак. Блять, денег нет. Ох, 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 караван. F12 сохранится. Ой, товары, товары. Давай, бегом. Ну, у реки вот мы тебя поймаем. Есть. Давай поговорим сначала. Мы едем из Саргот в сторону Рейвадин. Мы полагаем, что можно заработать денег. Ладно. Дайте посмотреть. Так, на ваши товары. Через ваши трупы. О, даже убивать не придется. А, заплатите? А, платить надо? Не, платить мы не готовы. Дистриер. Так, ну мне нравятся товары. Ха. Проход тут платный. Нет. В атаку. Так, честь у нас была минус 10, да? Ой, блядь. Блять, убегать надо. Сейчас помогу. Блять, пробей.
Отлично. Вот так по спине. Вроде долбим. Кто где, я что-то не запутался. О, наемник хороший, хороший. Казак живой, отлично. Ой, наемник, всадница, Вингфрау. Ладно, Вигир, казак. Убит один, ранено два. Убито четыре. Ну, слушай, нормально живем. Даже я еще остался живой. Ваш караван. Так, вы имеете 50 готовых против одного вражеского. Приказать атаковать без вас. Блять, наемника одного убили. Хускарла убили. Ну ладно. Так. Нам нужно немножко солдатиков. Норд. А, солдатиков, это ж пленники. Охранник каравана. Хозяин каравана. Захватить. Норд Гридман. Может, наемники-мечники пойдут к нам? А, ну все, это черти уже остались. 50. Так, оружие. Щит, щит, шлем. Кольчуга с табардом. Лизолит улучшит оружие. Так, и что у нас там? Так, казак один в Ясаула. Ну, блин, долго. Ясаулы живые, к счастью. Ладно. Стрелок. Ага, денег нет. Ну, давай посмотрим, у Нади должно быть все имущество. Ага. Да, имущество мы не едим. Так, раз мы не едим его, тогда забираю обратно пищу. Я думал, что буду сейчас сам нагружать себя всякими припасами. Маслица. Шерсть. Интересно, она продаст вот эту всю тему? Минус 3 защиты ног. А тут минус тоже 3. Ну ладно. Табард. Хорошо. Это что, она одного убила? Или что? Ладно, пускай. Окей. Теперь, по-моему, надо нажать F12, посмотреть отчеты. Честь минус 14. Смотри, что, караван влияет, блядь, на честь. Лагерь. Так. Предпринять действия. Так, как мне... Ага, вот есть менюшка. Так, сейчас. Так, надеюсь, вы не такие, вы не такой дурак, как оставшиеся ваши там эти друзья, там компаньоны. As wretched as you are, I can't help but feel sorry for you. Ага. The sight of you makes me sick. Die now. А, убийство. Get back in line, scum. As wretched as you are. Так. Давай-ка возьмем какого-нибудь Хускарла. As wretched. А,
Ага. Вот, отпустил, да, одного? Честь минус 13. Тогда возьмем еще одного. Окей. Минус 12. О-о-о, братва. Верно вы мне подсказали. Тут надо отпустить наемников. Так, А3. А наемник-мечник. А если просто... Так. А если просто вот Гридмана отпустить? Наемника-мечника. Окей. 11. То есть, если сейчас минус 2, минус 11. Так. Подожди, я не понял. Может... Так, окей. Ой, блин, не тот нажал. Минус 10. Ой, ёптать. Сейчас их тогда отправлю всех, и все. Честь будет вообще отличная. Так, все, отпустил. Смотри, честь минус 3. Это прекрасно. Боевой дух высокий. Высочайший. И у нас есть имущество, которое надо продать. Ну, что я могу сказать? Значит, можно мочить те же самые караваны. И каждый третий, ну, например, отпускать или бандитов там этих отпускать. Можно вообще честь повысить, так ёптать. Да, ох, бля. Подожди, что это за такое? Замок, деревня. Замок, а мне бы город какой-нибудь не помешал. Дерим, например. Куда они идут-то все? Норд объявляет войну вегирам, ага. К хергитам заскочу. А, в осаде, блин. Так. Что-то продалось. Ну-ка, Надя, давай мне быстренько свое мясо. Так, о, сожрали говядину. Так. Берем мясо. 250-400. Мне кажется, это надо тоже продать. Так. Что там у нас? А, ну ладно, имущество пока... Так, пока у нас не поступило никаких прибавка. Так, двуручка. О, двуручка. Не поступило пока арендных плат с нашей земли. Но, в принципе... Подождем. Так, еще что я хотел проверить. Нет ли у Марнида вещей? Нет, то есть Надя заполняет инвентарь. Но я ей поставил продажу инвентаря. И поэтому она... Поэтому она хорошо торгует. Так, ну с этими я не смогу сразиться. Поэтому я думаю, надо отправиться опять к нордам и... И пограбить их деревеньки. Замок охоты какой-нибудь. Вот здесь четверки в основном сидят. Но
чтобы хлопнуть замок, нужно очень серьезные силы. Так, во-первых... А, норды? Нет, нордов я не хочу брать пока. Заставить крестьян отдать припасы. Давай. Нихера нет. Так, а честь не... Нет, за грабеж припасов честь не убирается. Ну так таким образом мы можем честь-то вообще насчет чести не париться. У нас в каждом бою есть пленники, и мы можем их спокойно отпускать и получать за это честь. Так, подожди, а мы же можем тогда и деревню ограбить, ептать. Что мешает тогда ограбить деревню-то, я не понял. Ну, будет честь... Будет честь ниже. И чё, пленных отпустим в очередной раз. И честь будет у нас ништяк. Значит, надо честь... Надо, во-первых, ограбить деревню. В общем, давайте план на следующую серию. Ограбить деревню, а лучше две. Продать вещи, набрать бабла. Купить земли. И поддерживать отряд в целости. Давайте, кстати, поспим пока. Пока стоим здесь. Книжку почитается. А, вот все, пиздец. Ну вот, набрать, значит, солдат, держать их под рукой. Блядь. Вах-вах-вах-вах-вах. Вах-вах-вах-вах-вах. Вах-вах-вах. Шестерочки там у него. Шестерочки. Ой, блядь. Поспал, да? Как же хорошо я поспал. О, аллилуйя! О, аллилуйя, ребят, бля, я с вами. Все, я с вами, пиздец. Чуть не накрыли. Ну вот так что, глаз да глаз. Надо это... Следить, в общем, за вражескими войсками, а то, блин, выскочил козел. Так, ну все, давайте... О, они его грабят. Ну все. Ладно, вот так и сделаем. Все, давайте всем пока. Ставим лайк, пишем комменты. Увидимся в следующей серии. И всем пока.